Всех приветствую, продолжаем дальше играть кампанию в третьих героях, да здравствует король. Это из Возрождения Рафии и четвертая миссия, из тени в свет перелетая. Чтобы победить, вам нужно захватить все неприятельские города и замки и разгромить всех героев противника. Миновать некоторые стражи границы можно только, если у героя есть артефакт «Поиск приключений» из предыдущего сценария. Но если удастся это сделать, награда будет щедрой. О, наконец-то уже сложная игра. Это третий уровень сложности. Значит, будет играть довольно весело. И выбираем бонус. Начать игру со свитком заклинания «Дрожь смерти». Но это... Волна смерти, которая наносит урон всем немертвым существам на поле боя. Но так как мы играем некромантией, то у нас все существа уже изначально мертвы, поэтому на нас это заклинание действовать не будет, а только на врага. Но, опять же, сила этого заклинания не такая большая, это наша сила, умноженная на 5 и плюс 10, 20 или 30, в зависимости от навыка, экспертное, обычное или среднее. Ну, в целом, получается, небольшой урон, по сути, будет. То есть, оно нам мало что принесет. Да и тратить ход заклинания на вот это, думаю, смысла особого нет. Так, начать игру с башмаки мертвеца. Плюс 15 к навыку некромантии. Ну, это уже... получше. И три призрачные драконы. Вот тут надо подумать, конечно. Этот в целом больше пользы может принести, так как скелетов насобираем на 15% больше. А вот три призрачные дракона сначала дадут нам возможность очень быстро стартануть. И, пожалуй, я все-таки выберу призрачных драконов. На нашем пути встало войско рафийцев. Пора нанести прямой удар. Король Грифонхарт лично обучал рафийских полководцев и знает все тактические приемы. Если боевой дух армии падает, она проигрывает. Мертвецы же никогда не падают духом. Мы пополним свои ряды их же мертвецами. Наша численность многократно возрастет, и боевой дух покинет смертных. Тогда мы и нанесем удар. Скоро король Грифонхарт вновь станет править Сирахи. Итак, приказ вам отдал лично король Грифонхарт. Вы нападете из трех крепостей, расположенных вдоль границы с Серафией. Вначале вы не встретите серьезного сопротивления, но нужно быстро овладеть территорией до той поры, когда к неприятелю подойдет подкрепление. Ясно, что король Грифонхарт стремится вернуться на престол Эрафии, но сейчас он хочет добиться этого как победитель. Даже сюда доносится запах смерти, вам предстоит лишить жизни многих, так идите же, время приспело. Ну что ж, начинаем выполнять приказ короля. О, тут без защиты. Рудная шахта. Так, вижу рудную шахту. Значит, идем к ней. О, знакомые нам гарнизоны. Какой замок для начала развивать, не знаю. Но пока что строим ратуши кругом, чтобы у нас бабос прибывал, а потом уже будем смотреть. Наверное, центральный замок лучше всего развивать. Так как мы не знаем, куда нам будет ближе идти, то, чтобы не прогадать, лучше заняться плотным развитием
центрального замка, а остальные уже по мере возможностей. Хотя ресурса вроде как нехило. Так что может мы все три параллельно будем. Так, а где наш главный герой? У нас, собственно, и нету главного героя, блин. Тихо. Оживить мертвецов. Это только на время битвы, насколько я понимаю. Даже не знаю, каким... Ой, блин. Что-то спать хочется. Каким героем, так сказать, быть главным? Самоцвета у нас будет... Ого-го, так. Деревянная шахта, это отлично, потому что дерево нам надо будет в огромном просто количестве. Так, ну что, строим. Тогда... Давайте. Как их называются? Гильдии магов все равно... Все равно надо будет. Так, а ну тут у каждого книжка есть. Ты смотри, тут прям сразу у каждого заклинание присутствует. Ну, по крайней мере, книжка. Так, еще одна деревянная шахта. Это хорошо. И еще одна сейчас будет. Так, кристаллы тоже неплохо, потому что у меня кристаллической шахты пока что нет. О, на рынок уже не хватает. Капец, вот это. Вот это, блин, траты идут. 4. Так, ну деревцом мы подкрепимся. О, магические доспехи. По плюс одному каждое. По-моему, так. Ожерелье. Так, золотая тетива. Это плюс 15 к дальней атаке. И это ожерелье какое-то. Ну, не помню, что оно дает, но тоже неплохое. Так, рудная шахта. Так, пока берем золото, потому что... Опа, консерватория грифонов. Берем золото, потому что нам надо до хренища строить. Ого, а тут уже хрен построишь. Так, ну давайте пройдемся по рынкам. 7, ну, окей. Сохраниться не забываем, это бывает, что игрушка выбивает. Ну хотя там автосохранение, конечно, есть в любом случае.
Так, ну давайте чуть-чуть увеличим, так сказать, навыки героя. О, еще одна ртутная, кристаллическая. Да, вообще замечательно. Так, надо Капитолий отстроить. Срочно причем. Так. Это есть. Это есть. И кузницу. Так, ну теперь уже будет проблема, потому что золото не так быстро прибывает. Гипноз. Ну хотя там, кто когда видел, чтобы враг накладывал гипноз? Я лично не помню такого. Так, руда — это всегда хорошо. А, чуть-чуть не успели, блин. И тут чуть-чуть не успели. Ну, уже кто-то копал. Так, кристаллическая шахта. Есть что-то тут, войск вообще нету. Так, Капитолий, нам надо замок. А на замок нам не хватает одной руды. Одной руды не хватает. Ту-ту-ту-ту. Ладно, давайте. Так, тут кругом надо руда. Ну, придется таки тратить ее, ё-моё. Так, ну походу 6000 прибывает. Так, серную шахту надо хотя бы одну найти. Скелетики есть. О, деревянная. Хотя дерево нам уже по сути не так и нужно. Ага, вот она. Только я ж сейчас не смогу ее прессануть. Так. А, я думал, это серная. Серная шахта. Это просто сера. Нет. С личами что-то не хочется пока. Так, ну что там опять не хватает? Придется строить склад с ресурсами, ё-моё. 5000 золота тратить. А чё, блядь, сделаешь, если надо? Чё-то дохера сильно три замка. Так, опять, блядь, не хватает. Ладно, пропускаем строительство один раз и строим замок. Так, это есть. Это есть. Давайте вот это построим. И вот это построим. О! Как раз то, что надо. Вот и серная шахта. Так, ну можно что-то нанять, попробовать с войск, что ли. Так, руда. Так, так нужная нам руда.
Так, тут мы сразу отстраиваем Капитолий, чтобы нам по максимуму просто прибывало бабоса. Это 8000 каждый день получается. Так, ты сейчас наймешь, правильно? О, хорош. Так. Ну чё, будем этим тогда главным, раз уже тут три дракона есть. Кстати, блядь, у меня ж три дракона есть. Хули я. Я мог уже бы присануть ребяток-то, а? Ё-моё. Чё-то я взял драконов и не использовал их. Так, ну давайте хотя бы то, что есть, наймем. Капец. Стрелков нет, это, конечно, херня. Придется... Ух, серый, блядь. Нихера себе. Так, нет, здесь не буду строить, потому что... Потому что... Надо на другой замок оставить. Так, здесь мы наняли. Сейчас... Тут посетим. Посещено. Так. Ага. Тихо, тихо. Так, теперь строим мавзолей. Нанимаем там парочку личей и идем кого-то штормить. Ну, например, вот этих вот. Тут дунс. Крепкие ребята. Улучшенные драконы, правда, тут 200 здоровья всего, конечно, маловато. Так, скелетики пошли, мертвецы пошли, разведка плюс один, но такой навык бесполезный до безобразия. Но если нет других артефактов, то... Пусть себе валяется. Цитадель. Так. Усилитель магии. Туда-сюда, в общем. Так, а ты? Чё ты тут стоишь? Иди. Туда, может, чё. И найдешь. Трэ. Ладно, скелетов нет. Хрен с вами. Хотя можно, конечно. Ладно, пока строим это. Сейчас, может, обменяем на две серы. Так и быть. Блядь, чё тут не хватает? Руды. Не хватает, ё-моё.
Ага, понятно. Оп, тихо. А, не серы, не руды. Ну, руда у нас, конечно, уже появилась. А вот сера хренушки там. Ладно, придется на рынке что-то мутить. Так, нам два достаточно. Так, улучшили. И еще взяли. Так, тихо. Ну. А, у нас же еще и духи есть, только на них уже нету бабоса. Так, а куда мы? Консерватория грифонов явно не по карману нам. Так, а вот личей я бы прессанул. Так. А ну-ка поделись. Опа. Так. Хорош. И давай-ка мы прессанем личей. Готово. Конечно. Не улучшенные, правда, но... О! Вот и наша рудная шахта. Точнее, рудная, говорю. Хочу сказать одно, а говорю другое. Серная шахта. Так. Опа. Понятно, с рудой все равно проблемы. Хотя 9 штук за каждый день приходит, но... Опа, есть. Так, но мне по-любому надо сюда. Но перед этим неплохо было бы запастись войсками. Так, 12 скелетов, 8 мертвецов. Ну а поместья вообще нет. Ё-моё. Так, 4, капец. Склад ресурсов. Ртути у нас не въебись. Уже нанимали. Итак, а тебе что надо? Усилитель некромантии. Получи усилитель. Так. Ага, как раз мы будем идти и затаримся во втором замке еще. Ага, хорошо. Это хорошо. Я придумал. Так. Улучшились. Так, лорды-вампиры. Это сюда. Только лошадок нету у нас. Ну, ничего. Так. Этих тоже улучшили, но... Так уже неплохо, неплохо.
Все, значит, мы идем за артефактами. За артефактами. Да. Да, вообще замечательно. Да, кстати, надо переходить сюда. Тут больше собирать каждую неделю есть чего. Так. Личи фиганули и склеп. Улучшили склеп душ. Так. Хорошо. Улучшения идут по полной программе. Так, давайте-ка зайдем. Посмотрим. Опа! Что тут можно улучшить? Так, ведьм. То есть призраков до привидений улучшаем. Хорош. Скелетиков. Так. А, бабос закончился. Пятьдесят 200. Так, ну нормалек. Осталось еще черных рыцарей построить. И так, да, кстати, мы же можем еще раз затариться. Неделя-то закончилась. Ого, что-то быстро, блядь, бабки кончаются, ё-моё. Конечно, хотим. Нормалек. Так, ну тут, конечно, будем немножко улучшать наши навыки. Второй уровень. Защита плюс 5. Да нет, что-то не хочу я защиту. Нападение надо навык. Так, скелеты есть. Хорошо. Значит, теперь мы идем сюда. Так, здесь нанимаем этих. Тут и за личами валим. Итак. Чертов, лучше мы построим замок. На, бабоса нет. Капец, ну ладно. Отстроим тогда то, что можем.
Ого, по три небесного блаженства. Я так и думал, что что-то офигенное. И по плюс одному, но это я помню. Вот это резко увеличились. Так, и плюс 10. Я думал плюс 15. Ну ничего. Магия земли. Поехали. Мудрость, я думаю, выпадет. Все-таки мудрость выпадает почаще. Хотя рыцарь, ну, все равно. Так. Ты идешь сюда. А ты идешь к мавзолею. Итак, рыцари. Рыцари. И тут мы... А, нету. Давайте поменяем. У нас дерево, ё-моё. А этого... камня что-то не хватает. Мавзолей, мавзолей. Так, улучшенные черные рыцари. Так, и тут склад с ресурсами. Ну ладно, пусть будет. Два рыцаря, ну... И то уперед, как говорится, таданс. Так, хорошо. Хорошо. Так, бабоса не хватает. Понятно. Без бабоса нет вопроса. О, 24 лича я уже насобирал. Ничего себе. Так, земля поехала. Серная шахта поехала. Сейчас кристаллическую себе отхватим обязательно просто. Так, принять. Конечно, блядь, только куда? Блядь. А, лучше бы я с ними сразился, конечно. Что-то протупнул так жестко. Но что сделаешь? Ничего не, блядь, не сделаешь. Так, тут придется замок строить однозначно просто. Так. Ну, мы можем поменять хули нам. Да что такое? 5900. Ё-моё. Опа. И есть. Тут сразу третий уровень некромантии уже был.
ладно, пошли, блин. Ходов, конечно, мало. Ё-моё. Так. Придется этим подвозить войска, потому что много потратит главный герой наш ходов, если будет идти сюда. Ну, у нас, блядь, денег, сука, нет. Так, ну личий там мы возьмем. Базара нет. Личий там мы возьмем. Так, ё-моё. Сколько денег и тупо, блядь, не хватает. Я не знаю, за какие хер. Как говорится, это все нанимать. Серые у нас, конечно, дай бог каждому. Так, ну тут придется уже нанимать, что есть, и вести. Капец, даже 16 вампиров за день, что прибывает золото всего, можем нанять. Опа, обучился. Ну, блядь, это такое. Четыреста, ну неплохо, слушайте. Неплохо. А, нормально. Да, блядь, я ж не смогу всех тупо постоянно нанимать, ё-моё. Так. Тут остался склеп драконов. Тут остался склеп драконов. И тут остался склеп драконов. Так, а что там нам надо? Всех по 5 и 10... тысяч. Нам бы рынок оптовый найти, чтобы там ресурсы так хорошенько продать. Так, а что там у нас с магией, кстати? А ну-ка проверим сейчас. Ну такое. Стрелков мы фигачим, эти фигачим. Хорошо, третья ступень магия земли. Ну, карта-то, блядь, не маленькая, ё-моё. Да. Удача отсутствует, боевой дух отсутствует. Весело. Так, ну что, давайте здесь начинаем драконов строить. Ё-моё, а что делать? Ого, плюс 3 удача.
На двойной урон. Так, ну бабличка, конечно. Сандали святых. Хо-хо, да вы шутите, бля. Или чё? Столько артефактов мне бросать. Так, давайте здесь поставим, блядь. Каждый ход по этой, блядь, драконий, по драконьему склепу. Все, дракона отстроили, там уже со временем улучшим их, как будет возможность. А как не будет, то и так сойдет. Ну чё, сокровищницу гномов разъебем. Так, ну тут волна смерти как нельзя кстати. Действие проклятой земли. Блять. Это чё? А нет, это можно использовать. Шалуниши, блядь. Так, проклятие наложили. Так, это мы сматываемся отсюда. Так. И так. Та-данс. Та-танс. Ну нормалек, блядь. А, сила боевых заклинаний. Ну это херня. Ну ребята, ну нах. Боевая машина и ворожба. Ну. Два слота в жопу просто. Задрали. Да. Сила магии плюс один, но там уже слот занятый. И сандали святого по 2 единицы, скажем. У нас есть по 1, по 2 единицы и по 3 единицы. Осталось этот щит, как он называется, блин, по 4 единицы щит, драконий щит, в общем, как-то так, и шапка, какая-то шапка, по плюс 5, корона, блин, шапка, в общем, такая в стиле викинга шапка, и будет у нас походу, блядь, сборный артефакт, что ли? Хо-хо-хо! Нихухре-мухре. Хухре-не-мухре будет такое. Да, блядь, ну чё вы это мне хера... херотень, блядь, предлагаете? Да. Да. Улучшенные дракошики.
Так, форт это улучшение, но у меня все улучшены. А скелетов улучшать не требуется. А скелеты в улучшении. Как-то так. Так, лук. Ну давайте зайдем. Все-таки можно нацепить. Там, правда, шлем плюс одна сила, по-моему, только. То есть достаточно немного, но тем не менее. Навык стрельбы плюс 5, тетива плюс 10. Так, щиток повесили и сила, а, знания плюс 1. О, осадные машинки. Это нам надо. Так, тут все построено. Тут тоже все. Осталась еще одна драконья улучшалка. Конечно. Так, палатку берем, эту берем. Ну и эту берем, раз у нас навык такой-то, что поделаешь. Да, блять, ворожба, нахера она мне нужна? Вы не скажете. Почему логистику, сука, никогда не выпадет в некромантов, блядь, логистика? Неужели там даже у героев-рыцарей 0%? Ё-моё. Есть, блядь, совесть или нет? Храм. Так. Выходим отсюда, а идём вот сюда. Так, все улучшено, значит, мы начинаем нанимать войска. Опачкина. Ага, я понял, где это. Понял. Мы как раз туда идем. Пять рыцарей. Ну, блядь. Конечно, до хера, блядь, войск я собрал. Ничего не скажешь. Но что поделаешь? Ну-ка, оп, лошадок чуть-чуть, стрелков. Всё. Ну, правда, у меня эти есть. Ё-моё. Скелеты, которые могут очень так серьезно. Ну, ага, 15 очков, блядь, нихера себе. У меня магии, магических очков практически не было. Чё, личей? Ну бери личей, ё-моё. Так, чё у нас там? Очки магии есть, вот только бы... Так, ускорения, сука, нет. Замедления нет, блядь. В общем, херня какая-то.
Так, что у нас тут вообще? Понятно, какая-то херня кругом. Да-да-данс. Ну идем в замок. Блять, еще и подземелье. Да ну на хер. Вы чё, блядь, шутите, что ли? Хо-то тут, блядь. Да тут, блядь, серьезная бригада собралась, ё-моё. Чувствую, придется мне с двух фронтов наступать. Ну да, придется, блядь, двумя фигачить. Много, группа. Так. Три дракона всего. Фух-ху-хух. Капец, ну ё-моё. Давайте хотя бы попробуем. А, без героя, ну это... Это... Положительно. А, ну по скелетам можете стрелять. Так. Это хорошо. Так, ну драконов мы пока выпускать не будем. Фу, 10, бляха. А, конечно. А, так нормально. А, у меня защита, блядь, 12. Ё-моё. Я думаю, что за херня. Чё я так... Офигенно. Сыграл-то, блядь, отстоял удар. У меня защита. Ё-моё. Так, хорош. Все. Так. Задрал, бля. Так, да, нам надо восстановить житухи, восстановить наших павших воинов. Блять, а ну та сука, не хватило, капец. О, магия воздуха. Нормалек. Магия воздуха нам надо, блядь. Так, конюшня есть. Сразу гильдию магов херачим. Что там у нас? Ледяная молния. Ускорение. О, да вас тут, блядь, отстроено. Кроме портала славы, блядь, все. Так. Конюшни посетили. Что у нас там? Хо. Конюшни посетили. Так. Сейчас, секундочку. Да, поехали. Да, их наняли.
Ого, блядь! Сколько вы, блядь, стоите? Ё-моё! Жестяра, блядь. Какая-то просто... Самоцветы. Логистика, да иди, сука, сюда, блядь, наконец-то она выпала. Фу, плюс 10%. Ну это уже другой просто, блядь, разговор вообще. Да иди же, сука, сюда, блядь, логистика. Фу-ху-ху-ху. Так, 10 тысяч. 600. Так, сейчас мы возьмем ускорение. Так, личие есть. Давайте сюда, эти сюда. Вот. Так. Так, рынок, блядь. Где наш рынок? Давайте мы-ка поторгуем немножко. Зачем нам куча всего? Тридцаточка, блядь. А ну-ка. Оп. 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 Ну это ж другой разговор. А если еще чуть-чуть поторговать? Оп. Ну так другой разговор вообще. Ё-моё, вообще другой разговор. Блин. Двумя героями все-таки будет намного быстрее. Нам надо тупо всех завалить. Еще и подземелье, бляха, муха есть. Что у нас тут? Нежить. Так, блядь, ну это ж оно не остается после завершения боя. Это только на время боя. Бля, таки... Добежал. Так, скелетики хорошо пошли. Некромантия. Отлично. Так, все. Опа, конюшеньки. О, по полной зарядились. Сейчас еще логистику немножко улучшим. О, ну так это другое дело, бля. Это вообще другое дело. На то ходили как калеченные какие-то. Конечно, все, блядь, нам надо. Оп. Преследовать, конечно. Восемнадцать. Хера себе ты, блядь, ходишь. Так, мудрость, конечно, возьму. Так, давайте пока по дороге пойдем. Или-или. Рынок, ху-ху. Ладно, зайдем. Монахи. Так, я так понимаю, тут уже
все расчехлили, что можно было. Блять, а карта-то... Нехеровая, я так понимаю. О, это надо. Ага, вот ты где. Запрятался. Замок пустой. Блять, а там еще что может быть? Хер его знает. Так, ну идем в Колизей, ё-моё. Ну, сука, сейчас соберет, блядь, все, что есть. Вот ты ж галимард, блядь. Так, ну я так понимаю, тут должен быть замок. И таки да. И тоже без героя, но зато, сука, с шестью архангелами, блядь. Сколько ты, блядь, 50... 70, блядь, сколько там, нахуй, блядь. 85 скелетов, ёбну. Капец, блядь, это, конечно, жестяная, блядь, штучка. Так, блядь, ну давайте так хотя бы. Да, с архангелами, конечно, дела хреновые, блядь. Не отвечают, блядь. Ебануть что ли архангелов нахер? Или этих лучше? А ну-ка! Ну нормалёк, блядь. Есть, блядь, фух. Скелетиков, конечно, покоцали, но, блядь, ими мы архангелов всех штурманули, по сути. Ну, как бы сказать, скелетов-то мы, блядь, восстановим. Ё-моё. Блять, покоцают нахер. Покоцают, ё-моё. Двойной удар. Нет, блядь. Сука, опять, блядь, ходит. А, нормально, одну ведьму, призрака, блядь, и 200 скелета. Но мы сейчас получим, так, магия воздуха, 182. Ну, практически, то, что потеряли, то и получили. Так, а тут что, блядь, архангелы? Ё-моё, блядь. Архангелы. Жалко, что, блядь, мне невыгодно архангелов нанимать. Так. Ладно, будем стоять там. Так, так, так. Личи что-то
Сука, надо, блядь. Угу, ну да, он съебывается. Понятно, блядь. Что он съебывается. Так, ослепление, ну... Хотя бы... Так, где тут, блядь, я видел рыночек. По номинальной цене продажа, если вдруг не заметил кто. Хо. Нормалек. Блять, зайти сюда нахер, или вдруг там артефакт какой. Артефакт какой, блять. Ого, блять, дорогие, блять, рыцари. Капец. Дорогие нынче рыцари стали. Сколько? 28, блядь. А, атака 9. Нихера себе, блядь. Так я еще, блядь, тут хороших пиздюлей получу. Девять, защита 8, блядь. 3-1, ну конечно, мораль, удача, блядь, по полной, у меня нихера. Да. Двойной урон. Дух, 81. О, смотался. Ну как хочешь. Как хочешь. Так, завести, блядь. Все-таки войска чуть-чуть хотя бы. Так, ну придется идти куда-то сюда, через лес, через море, через лес мы идем в страну чудес. Так, это, блядь, где нахер? О, вы, блядь! Херачите. Мало стая. Так, ну допустим, блядь. Тут я отобьюсь как-то. Бля. Вот так. Так.
Ну ладно, пусть будут гоблины. Ну а так вы, блядь, ого! Турист может, блядь, и пиздюлей дать. Ох, сучара, вонючая, блядь, просто. Сейчас вломит мне по самые помидоры. Да, понятно, блядь. Придется архангелов херачить, блядь. А, еще стал, блядь, как идиот. 124, да вы что, блядь, гоните, на? Ну, блядь, один ангел нас покинул. Нихера себе, блядь. Да нихера себе, блядь. Да нихера себе, блядь, а? Ну сейчас, блядь, будем прессовать, значит. 10, блядь. О! Так, нам надо, чтобы он вылетел. Блять, а хули он там сидит? Ё-моё. Вот это я, блять, конечно, дал огня. Вот это я, конечно, блядь, дал огня. Со скелетами, блядь, протупил, не дай бог. 11! Архангелов, блядь! Да ну, блядь, моего нахер, блядь. Ааа, сука. Будем, блядь, без одного героя. Да понятно. Ну так, а чё ж тебя не нападает, блядь, дальше? Давай с моей основной армией, хотя она не такая и большая, но благодаря имеющимся навыкам я, конечно, смотрюсь просто великолепно против турист.
Так, это все херня. Вот, а, замедление. Да. Отлично. О, хорош, блядь. Ай, хорош. Да, блядь, вы задрали. И так. Ну, давайте. Вот так, попробуем. Двойной. Это хорошо. Так, смертельный укус пойдет, блядь, против этих, сука, грифонов. Потому что их что-то, сука, дохера сильно, блядь. Так, это есть. Теперь надо кого-то, блядь, заслепить. Давайте вот так сделаем. Так, это есть. 65. И еще раз двойной удар. Да, блядь, сколько ты можешь... Та-данс. Та-данс. Есть. О! Удача. Так, ну нормально такого героя. О, логистика. Героя такого нехерового. Удача прибавилась. Ну, это... Я считаю, отлично. Сыграно. Так, ну тут замка, я так понимаю, нет, значит мы идем туда. Ох ты ж, сука! Вот это я, блядь, опять затупил. Хорошо бежим, блядь. Слушайте. Так, надеюсь, там, блядь, у вас... Стая, толпа. Ну, в общем, блядь.
пока побегайте, а я попробую прессануть замки, блядь. Защиты бы мне не мешало. Толпа. Ну такое. То есть можно будет, если что, отбиться. Ага, вот. Хорош. Замочек есть. Так. Куда это мы, блядь, херачим так? Надо лишить их прибыли золота, чтобы уменьшить набор войск. Так. Опа, старение, хорошо. Блять, 95 стрелков, конечно, меня напрягает. Ну, допустим, 74, да? Так. Так, это есть, это есть. Да ёб твою дивизию, блядь. Летунов у нас, хотя нет, летунов как раз достаточно, просто что-то не получилось. Давайте лучше так возьмем. Так. Ну, нормалёк. Чё, взять, блядь, таверну? Ё-моё. Точнее, это героя нанять, что ли, блядь. Так, ну тут мы уже по полной укомплектовались. Надеюсь, замков в подземелье нет. И это будет возможность в скором времени эту миссию закончить. В противном же случае придется еще побегать
довольно много. Это все драконы. Зачем вы, блядь, на привидений так обозлились? Так. Что тут интересного, блядь? Да нихера себе вы, блядь, бегаете. Ага. Шахта золотая. Нет, все, я вам перекрою, блядь. Блядь. Ох, нормалек заходит так. Да, ну тут чисто уже, блядь, надо смотреть. Где, блядь, тут войска? Ох, ёперный. Конечно, блядь, отдам, нахуй. О, Гладиус Титана! Это ну нах, блядь! Так я смогу сложить, блядь, сейчас артефакт. Ёперный театр. Ого-гошечки. Ох-охошечки. Вот это уже становится, блядь, интересно. Я, блядь, отвечаю. Вот это, сука, становится уже интересно, блядь. Хоть бы, блядь, пустили меня через второго стражника. Такие, да, говорили, что будет в задании хороший подарок, если все сделать как надо. Ох, блядь. Чувствую. Офигенешка будет-то, ё-моё. Ага, эти боятся нападать. Боятся. Кираса. 10, но уменьшается. Так, это все хер... А, это... Блядь, я просто не помню. Ё-моё. Картографа, конечно, блядь. Логистика, блядь. Чтобы ходить хорошо. Так. Хорошо. И... Хера, блядь, тут... И
Сука! Подзорной трубы-то, блядь, нет. Подзорной трубы-то нет. Значит, она у кого-то из вражеских героев. Подзорная труба. Да ну тут, блядь, ее не было просто нахер. Да нет, у меня не может быть, блядь, подзорной трубы нахер никакой. Толпа, блядь, ну это все херня. Так, все, мы идем, блядь, сюда. А, сучары, блядь. Так, а этим мы идем сюда. Сейчас с другой стороны, как бы этот Гладиус Титана особо-то нам ничего и не даст, потому что мы и так уже выигрываем явно. Ну вы бегайте, бегайте, как бы. Вам осталось-то продержаться просто до того, как я приду, и все на этом будет. Я же надеюсь, в подземельях замков никаких не должно быть. А я уже здесь, ребятушки. Ребятушечки. Опа. Так. Ну, а этих я оставлю на всякий случай. А то мало ли что. Ну, привет. Я уже готов. Так, ну собрали вы нехеровую армию, согласен. Но только, блядь, у меня навыки-то, блядь, выше насколько. Так, что будем залетать сразу туда? 57, 24, 140, 140, или будем делать вот так. Опа-на. Замедление. Хорошо. О, еще крадет. 42 очка осталось. О, хорош. Хорош-то какой, блядь. Личи, конечно. Хотя стрелки всего и одни, но как они хорошо прилаживаются, это просто бомбец. Так, я могу еще кого-то вот так заморозим, пусть там сидят, блядь. 113. Бля, сейчас еще и походит гандошер, блядь. Ну да. Еще, сука, и походила, блядь. Не, ну мы, конечно, выиграем. Здесь понятно. Ты дурак.
Это сколько, блядь, у вас там нахер? Так, кого там еще заморозить, блядь? Танц. Опа. Да, блядь. Ох. Неудачно напали рыцари, скажем так. Оп. Ох. Хорош, блядь, нанес урон. Так, а теперь ускорение. Танц. Да, данс. Ого, сейчас, конечно, меня, блядь, тиранет. Ё-моё. Ну и последний удар. Не последний. Ну, значит, вот так. Удача. Магия воды, блядь. Устойчивость к магии лучше тогда уже, блядь. Так, идем, наверное, тогда вот так, блядь. Ну чё, у вас замков нет? Я так понимаю. Я так понимаю, у вас замков нет. Нехеровая армия. 4, но герои, в принципе равные. О, хорошо хоть так, блядь. Да, давайте вот так сделаем. Ох, блядь. Алканавт. Так, блядь, херово. Ох, артиль, блядь, ну это пиздец.
вашей, блядь, удачей, ебуче. О, двойной урон. Ну хоть где-то, блядь, мне 37, блядь. 9. Тюдзюн, 17. Так, кого же мне захавать, блядь? 4, 2, 1, блядь, херня что-то. Ох, блядь. Сука, вот это... Колупнул, блядь. Так. А, личи, блядь. Еще стали, ё-моё. Ухо. Нихера себе, блядь. Нихера себе, блядь. Так, еще чем-то отравили, типа? Два. А ну-ка, ну-ка. И что это получится? Тридцать пять. 20 человек. Отсюда. Восемь. А, тут так не получится. Тут так, блядь, не получится с вампирами. С вампирами просто так не получится. Раз и восстановились. Вот сука. Ну зато, блядь. Я, конечно, уровней набрал. Ё-моё! Вот это мы штурманули. Так, чё, сыграем одну автоматическую битву? Опа.
Удача. Есть. Вот она и победа. Ну все, мы прошли четвертую кампанию. Да здравствует король. Конечно, окей. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и встретимся уже в следующей кампании.